что мы в нее сунем. Разъем у нее вот здесь. Так, закроем все. Так, освещение сейчас сделаем. Шестнадцатый пин. Хочу автоматически. Давайте вдуем ВИН-код. Что у нас получается тут? Е, М, Е, Й, Ц, 54. Пятьсот двадцать четыре, 875, 658, 658, 900, 26. Окей. Вот определил 2007 год, объем 2,5, и вот ВИН-код такой, как бы. А у нас что? У нас он двадцать пятого ноль девятого две тысячи шестого. Ну хорошо, давайте погнали. Быстрый тест. То есть сейчас он нашел у нас 4 ВД контроль, 3 ошибки. А по остальному он вроде красавчик. Так, давайте смотрим. Протокол КП-2000 был. Считывание кодов, информация. Датчик скорости транспортного средства, низкоопорное напряжение, рид-спид-лив, сенсор вольтажа лов, фронт-спид, сенсор вольтажа лов. Ошибки 17.30, 17.32, 17.34. Так. Допустим, если мы сейчас дадим раздачу, то мы можем посмотреть, что это за ошибки в интернете. С другой стороны, я предлагаю сунуть АП-200, что он, наверное, должен 2007-2006 года Kia брать тоже. Посмотрим вообще, как он работает, потому что в этом году я еще им не пользовался. Поэтому этот мы возвращаемся. Зажигание пока выключим, чтобы аккумулятор у нас назад. Окей. Устанавливаемся, все закрыть, все это позакрываем. Что у нас с зарядом тут? 65%. Bluetooth выключаем. Так, а что мы можем еще сделать? Выключить, выключить подтверждение. Можем попробуем этим делом автоматический выбор. Что у меня здесь? Здесь у меня считать. Давайте включим. Какие-то УУ насчитывал. Окей. Ну, понятно. Давайте. Ручной выбор, общий. Ну, Европу возьмем. Что у нас тут? Соренто, да?
Ума, Сорента Ума. А что это у нас Сорента за Ума? Тоже это высокие года. Сорента БЛ, 2007 год возьмем. 2,5. Да. Блоки управления. 4. ВД контроль. Вот схватила. Низкое напряжение переднего датчика скорости. Активно низкое напряжение заднего датчика скорости. Активно датчик скорости автомобиля. Эталонное напряжение низкое. Так, пойдем назад. И здесь, видите, я даже данные не могу посмотреть. То есть считать код управления, сбросить код управления. Сбросить код. Ну, давай сбросим. Что тебе? Хотите продолжить? Читать коду. То есть... Датчик скорости автомобиля, эталонное напряжение низкое. Осталась одна ошибка по 1734. Давайте его заведем. Аккумуляторчик тогда хловатенький. Информация, блок, бэкья был топ. Понятно. Escape. Семнадцать тридцать четыре. Вот он. Мне уже можно собираться и уходить отсюда. И уже тут как бы я не нужен. А мы смотрим, что у нас получается здесь. Ну вот все. Нашел раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь блоков. Удаление кодов неисправности. Да. Ну, как бы по всем блокам кидает запрос на удаление. И у нас осталась одна ошибка. По 1734. Что-то там жужжит, трещит. Поэтому давайте. Ну, нормально отработал. И ланч нормально отработал. Насколько смог. И этот. Как его отработал. Так, давайте Bluetooth, то сядет. Это у меня мыльница. Все отработало у нас. Чувак какой-то пришел. Тут еще видишь, вот датчик, блядь. Вот да, туда добраться самый такой. Свежий антикор, что ли, у него тут? Да. Легким слоем. Вот, может, антикор тут затек куда не надо. Куда не надо. Вообще трудно обернуть коробку вот так чем-нибудь. Бля, и прыскай, хоть упрыскайся. А зачем? Ну, правильно. Это не правильно. Это тоже так. Переходные разъемы тоже может быть. Эти. Ну будет. Да, который подходит провода сюда. Ну да. И вот этот один сбоку. Подожди. Как-то он.
Там, видишь, где-то... Где-то моторчик надо снимать. Я это датчик, он и есть этот самый, вот этот. Вот этот, за моторчиком, да, который? Да, который труднодоступный. А, он моторчик не понимает, в каком положении он это самое. Ну, вообще ни хера не понимает. Да. И на нем... Подожди, этот скинуть. Скинуть моторчик тут, там... Да, тут с моторчиком веселуха. Не, просто попрыскай туда и все. Везде напрыскай. Ну что-то они закрывали, я смотрю. Потому так, что глуши. Подожди, контакт надо. Смотри, ничего нет. Прыскай туда, вверх. В этот, и все, и закрывай. Да. Не, в этот тоже прыскай. Какие? Потому что контакт может быть, как бы, когда на зажиме этой штекера. Так, все это обратно, да? Да, сразу. И этот мерзкий датчик, он под мотором, за мотором. Так, сейчас стоп. Пиздец, придумали, блин. Возвращаемся. Все. Датчик, видишь, скорость и слабый эталонный сигнал, постоянное значение. Давай его тиранем. Нифига не ушел. За моторчиком этот датчик переднего моста обороты считывает. Тот, который сбоку, с правой стороны, тот по заднему этому. Ты можешь их по отдельности проверить? Ну, что там... Мне просто дает как будто ошибка и все. Что там, как там? Ну, как всегда, видимо, тот, который тяжелее снимать, тот и накрылся. Здесь так провод, вот этот разъем стоит по-идиотски, ну, его ногой... Наверх как-то закинь. Да, наверх не получается, я там повырываю все. Ну-ка, включи камеру. Работает он все? Ну я тут, ладно, разберусь, что. Да, там разъем, блядь. Прям над педалью газом, да. Так, ладненько. Ну, выдернешь, так и выдернешь, похуй. Так, все, выключено. Да. Правый на газ, левый на тормоз, блин, не очень удобно. Ага. Не могло это вот после этой залили этой гадостью-то антикором, блин, чтобы повылазило. Вроде нормально, не столько раньше при этих поворотах, когда поворачиваешь, уже удары такие были. Были удары? Да. Ну прям, знаешь, она вот когда начинаешь разворачиваться, такие, ну, не сразу, вот начинаешь крутиться на месте, ну, на разворот как бы пошел, и она едет, потом бах! А что у тебя там? Что, где? Печка холодная? Нет, это 4 ВД или что, включено что-то там? Так, на авто стоит. Ну пускай на авто стоит, нафиг. А чё мой не орёт? Пассажир, это не человек. Где-то даже вот при таких поворотах удары были. А сейчас нету. Ну сейчас видишь нету. Может, ошибка-то висит.
А шапка-то висела, может быть, всю жизнь у них, понимаешь? А что ты ее не можешь удалить? А как я тебе ее удалю? Она не удаляется. Значит, надо что-то поменять, чтобы удалилось. Вон на этом ПЖ тоже писала там механическая ошибка. А сколько сейчас оборотов у тебя? 1000. Да работает какая-то коробка, я вижу. Что-то она даже... А помнишь, там смотрели, ты куда-то... Эти самые обороты по переднему мосту и по заднему. Я уже посмотрел. Одинаковые или что там? Более-менее нормально все. 2000 РПВ еще. Сейчас зайдем в этот выборковать. Ну сейчас на площадку туда заедем и так до упора и покрутимся назад, вперед, влево-вправо. Ну да. Или что, опять твоя чудо-жидкость помогла? Ну, опять она бывает, помогает. Но не всегда. Не, ну я вон, что-то я делал, по-моему. А, партроники на БНВ, блин. Как бы напрыскал, блин. Хуяк что-то оно заработало. Потом я уже что-то думаю, надо вовнутрь. Открыл блок, туда прыснул. Вообще все заработало. А там, смотрю, там микросхема, блядь, ножки зеленые, вообще, знаешь, такое, блядь. Короче, прыснул. На следующий день. Ни херена партроник не работает. Короче, а я блок открыл, там ножки все, они сгнили полностью. Так какой-то контакт был. Помнишь, аудио было с этим, с пневмой лежащей? Помнишь, там ошибку било по коробке? Не помню, а что? Там была одна ошибка по около коробки, она не конкретику давала. Короче, там у них у этих аудюшек вот эта фишка, которая вставляется на коробку. Ну, мозг, вот этот пучок проводов, который этот. Там уже у них изначально плохая это как его изоляция. И то там, ну и фотки были, там ржаветь начинает эта фигня. И этот тоже там хозяин. А может быть, я говорю, не, давай-ка, знаешь, что я сейчас эту фишку выдерну, там эти клемничка в парочку останется. Ну. И что мне потом делать там с ней? Ну вот где-то тут, вот давай сейчас с руля. Надо, чтобы одно колесо было где-нибудь на какой-нибудь херне, блядь. На мокром, а другое на сухое. На одно на газоне, другое чуть-чуть так как-то. И там газануть, и увидим сразу. Что ты делаешь, что ли? Ну вот она сейчас, видишь, с прокрутами, со всем, все как положено. Ну все починили, значит, давай, нахер, обратно домой. Мы искали все контакты, проверили, потратили, блядь, 4 часа, нахуй. Мы не стали ничего снимать, потому что это попадало такие на деньги, что вам не снилось, все, пиздец. Давай на эту сторону попробуем. Ну, на автомате стоит. Так, вот сейчас все полетит опять в другую сторону. Так, вот отсюда. Где-нибудь начнем. Да, блядь. Задний мост подключается охуенно. Так, давай остановись. Просто тормоз. Я зайду в коробку, посмотрю. Что, паркеринг хоть можно поставить? Поставь паркеринг. Ну, видно, что это задний мост подключался. Так. Опять, сука. Я уже хотел другую диагностику доставать. Не надо нихера доставать. 4 ВД. Посмотрим, что-нибудь ошибки появились. Вот как была у них, видишь, так у них и осталось. А когда я приходил, там еще такая портянка была. Ну да, там высыпало их сколько штук. Уже датчик скорости. Что это за датчик скорости? Хер его знает, что это за датчик скорости в этих ведрах. Может, он и так и должен быть. Да, сейчас. Ну, да. Там тело... Но у него были ошибки и по тому датчику, и по этому. Но у нас там тоже шпартянка целая вылетела. Когда? Ну, вот когда смотрели тут по этому. Нет.
Я вчера пришел, посмотрел, у него вот кроме этой ошибки еще куча была. По левой, это, по переднему, по заднему, по всем. Короче, я подумал, нашел. Я их снести не смог. Вот той диагностикой, которую меня... Ну, я вот стер все. Осталась эта одна. И потом думаю, ну что ж там может быть? Ну, конечно, китайская, значит, какие-то разъемы, может, что-нибудь. Потом ты говоришь, антикор еще делали. Ну, могли подлить чего-нибудь там. Этот аэроген попал, началась коррозия какая-нибудь. Ну, а может, уже коррозия была. Я не знаю. Короче, прежде чем лезть, вот делаем все так, как мы сделали. А там видно будет. Потому что это... Что, мы будем снимать все, что ли, блядь? Тут полмашины разбирать целый день. Ну, хорошо, если сейчас отдать клиенту машину, чуть... Давай, еще можешь кружочек. А ты можешь... А сейчас мы на каком мосту у нее? Не знаю, она переключается обратно. Ну, можно потыркать, вон 4 на 4 включить, можно пониженную врубить. На автомате все, пускай ездит, и все, нахер, блядь. Вот задний включился. Пойдем, а, там горочка есть. Там ручники на микрофон. А ты ехала, она била действительно или что ли? Да, вот когда вот такие круги делали, даже медленно, когда едешь еле-еле, у нее начинаются удары. Как будто, знаешь, несинхронно мосты работают. Такое ощущение, что вот, ну, передний мост, допустим, быстрее крутит, задний... И как-то она вот, ну прям удары такие сильные были. Я-то тоже так, но они не всегда как-то. Может еще этот моторчик этого на раздатке, аккуратор, он же, подожди, на ком, на чем, на инвое мяли. А, на инвое ушел куда-то в неизвестность от предыдущего ремонтника. Аккуратор куда-то, ну, короче, мы не нашли его нигде, ни в машине, ни в сервисе, когда... Вот сюда, на площадку заедь, вот сюда. Зачем? Ну, одной стороной на эту, чтобы разные дороги были. Подожди, вот сейчас тормоз передний заблокирован, и задние гребут. Это ты на тормоз нажимаешь? Да, и тормоз, и газ. Вот сейчас задний подключился. Чувствует, Саша. Вот там есть горочка. Да нафиг тебе эта горочка. Ой, скользко еще. Просто раздатка как проверяется? Ты одна сторона на асфальте, а другая на песке или на траве, блин, и все. А вот и увидишь, что... Он, там где-то так, земляные работы были. Ну-ка поехали, посмотрим. Там не что-то. Надо сильно так это делать, как его. Короче, я закрою нахер, как его выйдет. Мы сейчас с диагностикой ездим. Блин, слышу, уже типа, убрали, сволочи. Срач был такой. О, поехали-ка прямо тут что-то. Ну, может быть, где гравий, а где этот. Одно на асфальт, половину машины, а другую на эту. ЕСП шморгал, Жека. А? ЕСП шморгал. Да, оно и должно так. И погасло. Погасло. Да, ну как положено, отработало, отморгалось. Вот, одна сторона, видишь, здесь груча, а там дорога скользкая. Так я вот сейчас только что исполнил маневр. Ну и все, поехали назад, все в жопу, всем починили нахуй. Не, вон я тут. Это песок и это грунтовка. Да, вон все взрыто, перерыто. Опять ЕСП моргало. Ну, значит, прокручивают с колеса, она и моргает. Работает. Вот включается, потому что, ну... Сейчас на горочку еще там заедем, на место. Вон, газ даю. На какую горочку? Там есть один могильничек.
Да никак они вообще. Поменял, но там так жестко стало. Задний лучше передних. Пойдем робота украдем нахуй. Его переедем. Он его в занос даже, ну, ESP не дает. Можно его, кстати, ну, отключить смысл. Кого? ESP. Да зачем? Вот тут какая-то стоянка тоже, она, по-моему, грунтовая есть. На грунте. Перерыть. Ничего, ну все нормально, у нее работает, идите в жопу, блядь. Давайте деньги, блядь, и пошли вам нахуй, блядь. Что там у нас? Ну-ка, ESP рубануть. Вырубили. Слышал? Что? Как резина свистит? Ну, нет, тык-тык-тык-тык. Ну и кто это там? Я ничего не слышу. В общем, вы хотите встретиться вдвоем тут? Да не, нормально. ESP просто включаю, оно будет одно колесо притормаживать, а другое нет. Как бы, если ESP, оно, когда ты объезжаешь предметы, оно одно колесо притормаживает, там два. Чтоб тебя не несло. Ну тут эти сайлентблоки порваны еще. Нам вот при нагрузке такой сайлентблоки стучать могли. Ну сейчас мы подъедем как бы на место, где оно у тебя там стоит. Вот можно на эту площадку заехать. Вот если у тебя она на земле и здесь будет, ну половина машины. Ну. Вот тут, допустим. Он же сразу будет включаться вся эта хуйня. Давай. Ой, задний весь слышал? Задние включились, блин, мосты. Куда ты меня тащишь-то все? Ой-ё, сколько, блин, добра. Ты можешь вон одной половиной заехать в лужу. А толк? Ну, видишь, как все работает. А кого это так моргает, блин, красненький? Типа сигнализация. Типа, блин.